1 километр 800 метров – расстояние от Императорского моста до проезда Заводского. На участке Димитровградского шоссе полностью обновят асфальт. Основные работы проводят по ночам, чтобы не мешать автомобилистам и не создавать пробок. Произведено на сегодняшний день фрезерование 70% участка. Вложено 40-45% уравнивающего слоя на подходе к мосту. Дальше планы закончить фрезерование, закончить выравнивающий слой. Параллельно ведутся работы по устройству тротуаров. А вот днем рабочие как раз ремонтируют тротуары. Также меняют асфальт и ставят новые бордюры. Параллельно меняют опоры освещения. По плану 22 фонаря заменить и добавить еще 16. Работы контролирует губернатор Алексей Русских. Когда планируете завершить работу? Ну, до 1 сентября весь комплекс работ будет завершен. До 1 сентября, да? Да. То есть у нас получается 800 километров, да? Да. Сумма контракта какая? 72 миллиона. На объекте в две смены трудится больше 25 человек и 9 единиц спецтехники. На перекрестке Димитровградского шоссе и проезда Заводского модернизируют светофоры и установят перильное ограждение. Финальным шагом станет нанесение термопластиковой разметки. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В рамках нацпроекта в этом году мы планируем отремонтировать 13 участков уличной дорожной сети города Ульяновска. На сегодняшний день на 10 у нас уже ведутся работы, выполнение составляет порядка более 40%. Общая протяженность городских дорог, которые должны обновить по нацпроекту, больше 11 километров. Это в том числе участки на улицах Автомобилистов и Локомотивной, проезде Инженерном и Максимова. На эти участки ульяновцы жаловались больше всего. Анна Тищенко, Улправда ТВ.